Всем привет, вы на канале Правильный Выбор. Сегодня я расскажу о смартфоне Samsung Galaxy A72. Эта модель доступна в двух версиях с разным количеством ОЗУ и встроенной памяти на 128 и 256 гигабайт. В описании вы найдете ссылки на магазины с лучшими ценами на оба варианта. Мне будет очень приятно, если вы оцените видео лайком и подпишитесь на наш канал, а также включите колокольчик. В комментариях пишите свое мнение о данной модели или задавайте вопросы. Новый элегантный дизайн. Оцените плавность контуров элегантного дизайна смартфона. Минималистичный модуль тыловой камеры аккуратно сочетается с матовой текстурой задней панели, подчеркивая целостность дизайна. Подчеркните свой индивидуальный стиль любым из трех цветов – черный, лавандовый и синий. Смартфон с защитой от влаги. Пылевлагонепроницаемость по стандарту IP67 означает, что гаджет выдерживает пребывание в пресной воде на глубине до 1 метра в течение 30 минут. Так что вы спокойно можете продолжить играть или делать снимки, если смартфон слегка намок. Объемный звук на вашем смартфоне. Эффект стереозвука без наушников достигается благодаря двум динамикам, по одному сверху и снизу. Снимайте видео ночью или играйте в ваши любимые игры со звуком высокого качества, погружающего вас в происходящее на экране. Потрясающий безграничный и плавный экран для комфортного просмотра контента. Насладитесь детальным изображением на Super AMOLED 6,7-дюймовом Infinity O экране с разрешением Full HD+, и яркостью до 800 нит, которое отлично видно даже при ярком дневном свете. Функция защиты глаз Eye Comfort Shield снижает уровень синего свечения, а сверхплавная прокрутка обеспечивает комфортный просмотр во время игрового сеанса или скроллинга изображения на экране. Надежная система защиты всего, что вам нужно. Многоуровневая система безопасности Samsung Knox защищает ваши личные данные от вирусов и вредоносных атак, как на аппаратном, так и на программном уровнях. Отпечаток пальца – надежная защита вашего смартфона. Сенсорный датчик отпечатка пальца смартфона на экране распознает уникальный отпечаток вашего пальца, позволяя разблокировать девайс быстро и безопасно. А с помощью функции биометрической идентификации доступа Samsung Pass вы сможете легко и быстро открыть любое защищенное приложение и залогиниться на веб-сайтах. Простой и удобный интерфейс One UI. Оцените плавность прокрутки и великолепный дизайн интерфейса One UI. Комфортный и интуитивный способ использования интерфейса, оптимизированный под смартфон, позволит вам сфокусироваться только на том, что вам нужно в данный момент. Персонализируйте ваш телефон по своему вкусу и предпочтениям, чтобы сделать работу с ним максимально комфортной. Приложение для операционной системы Android. Все для вашего удобства. Загружайте новые Google приложения для Android OS, полностью поддерживаемые этим гаджетом. Наслаждайтесь быстрой и оптимизированной работой смартфона вместе с приложением Samsung Members. Интерактивная диагностика и оптимизация приложения позволяет легко настроить производительность устройства. Великолепная камера, всегда яркие и четкие снимки. Делайте сверхчеткие снимки 64-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения. Расширьте поле зрения камеры с помощью сверхширокоугольной камеры или снимайте удаленные объекты на телеобъектив, используя трехкратный оптический или 30-кратный Space зумы. Оптическая стабилизация, четкие снимки при низкой освещенности. Попрощайтесь с нечеткими снимками видео. OIS помогает стабилизировать процесс съемки, сгладив дрожание рук и обеспечив четкие снимки даже в условиях низкой освещенности. Камера воспринимает больше света, чтобы ваши снимки были более яркими. Смотри на мир шире, делайте великолепные панорамные снимки с помощью ультраширокоугольной камеры с полем зрения 123 градуса. Кадрируйте снимки, полученные широкоугольной камерой, или приближайте изображение с помощью 8-мегапиксельной телефотокамеры с трехкратным оптическим зумом. Мельчайшие детали крупным планом. Снимайте объекты крупным планом макрокамерой, чтобы рассмотреть мельчайшие детали объектов на вашем снимке. Эта камера применяет цифровой эффект боке к вашим снимкам, благодаря чему главный объект съемки эффектно отделяется от предметов фона. Фронтальная камера высокого разрешения для великолепных селфи. 32-мегапиксельная фронтальная камера позволяет делать четкие селфи-снимки высокого разрешения. Благодаря эффекту боке с мягким размытием фона ваше лицо окажется в центре внимания.
Больше пространства для игр и развлечений, девайс оснащен быстрым процессором и большим объемом памяти. Современные 8-ядерные процессоры и оперативная память 6 или 8 ГБ обеспечат плавную и эффективную работу любых игр и приложений. Скачивайте и сохраняйте больше благодаря 128 или 256 ГБ встроенной памяти, а с помощью microSD-карты до 1 ТБ вы сможете хранить еще больше контента. Приложение Game Booster будь на шаг впереди. Максимизируй производительность своего смартфона в играх с помощью приложения Game Booster. Удобный интерфейс программы позволяет легко контролировать весь игровой процесс. Game Booster обеспечивает плавность графики и более естественные движения объектов в играх. Приложение оптимизирует расход аккумулятора и ускоряет загрузку игр, чтобы ты мог дольше наслаждаться игровым процессом. Телефон поддерживает самые современные диапазоны сотовой сети. Также он оснащен Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth версии 5.0. Кроме того, девайс снабжен модулем NFC для оплаты покупок. Батарея на 2 дня работы и поддержка супербыстрой зарядки 25 Вт. Емкость в 5000 мАч означает, что у вас хватит времени на то, что вы больше любите – стримить, делиться фото и видео, играть и многое другое. Система управления питанием с использованием искусственного интеллекта фиксирует и анализирует ваши особенности использования смартфона и оптимизирует его производительность для увеличения продолжительности работы на одном заряде. Поддержка супербыстрой зарядки восстановит заряд батареи смартфона за считанные мгновения. Я проанализировал отзывы реальных пользователей, и вот что мне удалось найти. Начну с отрицательных. Нет индикатора уведомлений. Бесполезный 30-кратный зум. Отсутствие беспроводной зарядки. Низкая мощность процессора. Невозможность поставить две сим-карты и флешку одновременно. Широкие рамки. Пластиковый корпус. Комплектация не очень. Блок камер сильно выпирает. Теперь расскажу о положительных отзывах. Быстрый процессор. Приятный дизайн. Удобная оболочка. Хорошая камера. Наличие влагозащиты. Скорость работы дисплея. Адекватная цена. Батарея стала больше в сравнении с более старыми моделями. Хороший блок зарядки в комплекте. На этом обзор подошел к концу. Не забывайте, что ссылки на магазины с актуальными ценами на эту модель вы найдете в описании к ролику. Я очень старался, подготавливая этот обзор, и надеюсь, вы уже поставили лайк, подписались на наш канал и включили колокольчик. В комментариях пишите, что вы думаете о данном смартфоне. Всем пока!